Приветствую вас, дорогие! С вами Жанна Фетисова, и это моя косметичка февраля. Как ни странно, это прозвучало. Да-да, январь уже заканчивается, и я должна снова собирать косметику на следующий месяц. Более подробная информация о том, какие средства удалось мне использовать больше, какие меньше из косметички месяца январь, вы увидите в следующем видео. А сегодня я попрошу вас выбрать для меня тени в новую косметичку. Я представляю на ваше голосование три ключевые палетки от Dolce & Gabbana. У меня была такая возможность приобрести рефилы. Дело все в том, что у меня были коробочки, куда их вставить, оригинальные Dolce & Gabbana. Но, к сожалению, мы несколько коробок при переезде раздавили. Ну и я считаю, ничего страшного. Все равно это очень удобная упаковка. Они еще в полупрозрачных таких вот кейсах. Итак, три палетки. Здесь ведущие, как вы видите, трендовые цвета. Оранжевые, красные и фиолетовые. Именно эти три цвета пока лидируют в макияже. Еще есть зеленый, но об этом позже будет в следующем видео. Все названия палеток будут перечислены в описании к этому видео, и я попрошу вас выбрать только одну из палеток. Поскольку нюдовые тени есть в моем проекте Project Pen использовать до конца 2018 года, то в этом видео мы с вами будем выбирать именно трендовые оттенки. Давайте приступим к свотчам. Палетка Dolce & Gabbana номер 146 Lashes. Все тени из этой серии потрясающе тушуются, они очень хорошо пигментированы, они мягкие, насыщенные, и они очень мне нравятся. Я не хочу больше их держать в закромах, хочу с удовольствием использовать максимально. Итак, вот основные оттенки. Как вы видите, красный матовый, два таких ярких, довольно светлых оттенка. Они прям такие хайлайтерные. И самый темный, коричневый, темный, шоколадный такой, он сатиновый. И вот таким образом эти оттенки выглядят на руке при нанесении. Причем обратите внимание, на пальчиках вот эти два оттенка очень похожи, светлые. Однако при нанесении смотрите, какая большая разница. Итак, палетка Dolce & Gabbana номер 146. Следующая палетка номер 115 в оранжевых охристых оттенках. Оттенки очень красивые, шоколадные, какао. Вот так они выглядят в сводче на пальчиках. Как вы видите, они все сатиновые, однако вот этот рыжий и самый светлый, они менее сатиновые, такие более матовые. Вот так они выглядят при переносе на кожу. Палетка Dolce & Gabbana номер 115. И финальная на сегодня палетка 145. Переносим на руку. Вот этот светлый цвет довольно сложно, как вы видите, переносится, но он и не должен быть ярким, на нем все хорошо тушуется. Вот он самый перламутровый оттенок. Ну и вот этот лавандовый, фиалковый, не знаю, как его назвать, наверное, все-таки лавандовый. Может получиться очень красивый тоже макияж. Итак, это была палетка 145. Ну что ж, друзья, я жду ваши отзывы. Пишите, пожалуйста, номер палетки, выбираю, и номер палетки в комментариях. И далее, весь следующий месяц, я буду по максимуму использовать одну из этих палеток, с удовольствием делать для вас интересные макияжи, а также буду, конечно же, комбинировать эти тени с другими выбранными мной в косметичке месяца и в моем проекте Project Pen использовать до конца 2018 года. Там тоже, как вы помните, кое-что есть. Спасибо большое, что вы были со мной. Я желаю вам удачи и будьте благодарны за все, что имеете. Пока!